Не могу прям. Ёбанда, баллар. Нет. Казанцы второй день несут цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу в Ленинском садике и зажигают здесь свечи. Нет деления на своих и чужих. Я тоже такой же маленький. И я представить себе не могу горе этих родителей, которые это испытали. Вот вырастить детей, да, а потом в один момент нет ребенка. Беда не только их города, это беда всей страны в целом, наверное, всего мира. К мемориалу сегодня пришли духовные лидеры разных конфессий. Они возложили цветы и помолились. Вечная память. Вечная память. Это общая наша беда, и это является для нас всех примером, чтобы мы дорожили, чтобы обращали внимание на наших детей, на наших близких. Хочу и выразить наши чувства, те, которые пострадали, и пожелать, что в стране просто люди могли идти, отдохнуть спокойно, что дети могли отдыхать, и родители могли гулять по магазинам, и при этом быть спокойно, что все будет нормально. Общество должно переосмыслить, что происходит. А что происходит? Посмотрите. Кругом только и строим торговые и развлекательные центры. Доторгуемся и доразвлекаемся. Вот у нас пожинаем плоды. Вроде бы и делать у нас нечего. Как только торговля и развлекаловка, хлеба и зрелищ. Но помните, что случилось с Великой империей, которая хлеба и зрелищ пропала? Цветы к мемориалу сегодня возложили депутаты Госсовета. Траурные мероприятия по всему Татарстану. Нижнекамский мемориальный постамент еще вчера умещался на двух столах, а сегодня занимает площадь более 10 метров. Переживаю за своих детей. Я даже не знаю, что и как дальше. Вот. Очень жалко детей, взрослых. Жалко. Очень вообще. Всех, кто погиб. Просто заживо сгореть. Это не дай бог никому. Центральная площадь Альметьевска тоже в цветах и игрушках. Тяжело очень. Столько детей погибло. Слов нет. Все скорбят. Это вообще такая поддержка. Вот по телевизору даже смотришь, это столько народу. Это сплоченные люди уж все равно. Почти во всех храмах республики поминальные молитвы, посвященные памяти погибших. В учреждениях мероприятия начинаются с минуты молчания, а на зданиях приспущены государственные флаги. Отменены развлекательные мероприятия, а на телеканалах нет рекламы. Накануне тысячи казанцев собрались на улице Баумана без слов почтить память всех погибших. Дмитрий Айрин, Марат Зайдулин, Фуат Гассим, Булат Шафигулин, ТНВ.